Американец отправился в путешествие со своим тяжелобольным другом. Телеканал CNN рассказал трогательную историю Роберта Куглера из штата Небраска и его лучшего друга, шоколадного лабрадора по кличке Белла. Год назад ей диагностировали рак кости, после чего одну лапу пришлось ампутировать. К сожалению, это не помогло, и болезнь дошла до легких. Роберт Куглер принял решение показать своему лучшему другу этот мир. И неразлучная парочка уже побывала в Бостоне, Вашингтоне, Кливленде. Они увидели Ниагарский водопад и горы Адирондак. Сейчас лучшие друзья отдыхают на побережье во Флориде и планируют в ближайшее время посетить национальный парк Йеллоустоун. По словам Роберта, своим поступком он хочет вдохновить всех людей на полноценную жизнь. «Я хочу, чтобы люди вышли на улицу и начали жить», — поделился Куглер.